Я спросил у персонала где-то в октябре или ноябре о том, как все будет проходить. Они были честными со мной. Они мне сказали, что делать особо нечего. И они спросили у меня, есть ли у меня какие-нибудь идеи. Поэтому я сказал, что, конечно, есть. Я хотел провести серию бесплатных обнимашек с людьми. А они сказали, да что ты, ни в коем случае. А я спросил, почему? Они спросили меня, как ты собираешься это сделать? А я сказал, а давайте арендуем парк или еще какое-то место для вечеринки. Я сказал им, что буду обниматься со своими фанатами. Они сказали, что там будет очень многолюдно, и некоторые могут получить травмы. Я уговаривал их почти месяц. Я уговаривал их и уговаривал. Я сказал им, что я буду поднимать табличку. На табличке будет написано, что я хочу обнять всех, кто ждал меня. Я настаивал на этом целый месяц. Ну а что касается хайп, с их точки зрения, я очень важная фигура, и поэтому могу пострадать. И если там будет очень многолюдно, кто-нибудь может пострадать тоже. Поэтому они попытались отговорить меня. Но мне очень хотелось обнять всех. Такая идея пришла ко мне. Они сказали, как насчет того, чтобы я сделал это в помещении, куда люди могут входить по одному? Что это будет безопаснее для всех, если мы это сделаем таким образом? Я настаивал на этом до марта или апреля. Я хотел обнять людей на улице. Я настоял, что нам следует сделать это на улице. Но они сказали, что это может быть опасно. Так что мы решили выбрать. Итак, мы решили не обнимать всех, а выбрать. Пригласить победителей и обнять только их. А также хайп сказали мне, что это будет очень тяжело. Они сказали, что мы должны пригласить около 50 фанатов. Но я сказал, нет, 3000. Они сказали, что это невозможно. Но я настоял. Итак, мы обсуждали это. Как насчет 300 человек? 300 фанатов будет идеально. Нет, мне нужно обнять как можно больше людей. 2000. Я настоял на 2000. Но они предложили мне, а как насчет 500 человек? 500, это будет идеально. Нет, я настаивал на том, чтобы обнять как можно больше фанатов. Итак, как результат, мы договорились о 1000 фанатах.